Всем привет, с вами ремонт лодочных моторов город Уссурийск. К нам привезли лодочный мотор Тахацу 9.8. Мотору 2 года. Привезли нам его на обслуживание, поменять масло в редукторе, смазать. Владелец жаловался на плохой запуск, нестабильные обороты. И при включении передачи также мотор глох. При работающем двигателе нам прослушивается активный стук двигателя, возможно, это палец. Принято решение его разобрать, посмотреть, продиагностировать внутреннее состояние двигателя. Владелец признался, что эксплуатировал мотор после обкатки на непонятно каком масле от косилки. Компрессия. Замерили компрессию. В верхнем цилиндре 10 кг, в нижнем 9. Сейчас разберем, посмотрим, что внутри, посмотрим, почему стучал. Состояние лодочного мотора практически новое. Видно, что нет коррозии. Видно, что мотор новый, везде есть смазка. Вон сальники все смазаны. Стина. Болтается. Да. Шланги очень плотные, плотно сидят, не то что у китайцев. Ну а так все нормально. Нравится, нравится. Да. Кольца нет. Вот в нем и показала. Ух ты. Вот в нем и показала компрессию 9 кг. Обнаружили, что на нижнем поршне нет кольца одного. Это первый случай в нашей практике, что у Тахацу при эксплуатации вот такое явление. Нижний подшипник также шумит. Ну, замена поршня, колец. Все сальники двигателя в хорошем состоянии. Прям видно, что они практически не износились. Напоминаем, что мотору 2 года всего. Очень странно, что сломалось кольцо. Соответственно, мы его, конечно, не нашли, потому что, возможно, оно вылетело через глушитель. Очень сильно повезло, так как нет серьезных повреждений. С этой стороны кольцо залегшее. С задиром поршень. Смотри, вот кусочек кольца есть. Его. Вот есть кусочек колечка. Угу. Это замковая часть. На руку покажи. Устанавливаем два новых поршня, новые кольца, запчасти ставим оригинальные, с гильзами ничего делать не стали, растачивать не будем, так как они в хорошем состоянии. Мотор 2014 года, он прошел обкатку на оригинальном масле Тахацу, это был первый сезон,
А второй сезон в бензин добавлялось неизвестное масло, не предназначенное для лодочных моторов. Это все со слов владельца. Второй сезон двигатель отходил вроде бы благополучно. Затем закончилась двухлетняя гарантия. Гарантию до 5 лет владелец не продлевал. И как раз после того, как гарантия закончилась, произошла такая неприятность. После того, как двигатель поработал некоторое время, компрессия поднялась с 9 до 10,5 кг. Мотору сейчас требуется обкатка, и возможно, что компрессия еще немного повысится. Закончили ремонт данного двигателя, поменяли 2 поршня, комплект колец, установили новые прокладки. По наставлению владельца поменяли также второй поршень. Все стоит оригинальное, все запчасти японские. Все работает прекрасно. Итак, с этим мотором мы заканчиваем. И к нам привезли такой же 9.8 Тахацу, но только старой модели. Так вот, в отличие от новой, на которой есть все запчасти, на данный мотор, к сожалению, уже запчастей нет. Всем спасибо за просмотр нашего видео. Хорошего настроения, до свидания.